Так, да, комментировать особо не буду, потому что занят. Инжа попробовал послать налево, транспорт полетит направо, налево тоже надо будет дропать. Сильно в экономику уходить не буду. Так, 4 инжа есть. Даже, наверное, все 6 инжей будут для дропа. Да. Ладно, пофиг, 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 пофиг. Так, еще 6. Так. Надо паузить, блин, воздух или что?
Не знаю, на что я тут рассчитываю со своими аврорами. Что ж ты будешь? Так. Так, какую базу будем атаковать? Наверное, правую. Нам нужно, блин, разведать.
делать все мои разведчики-то? 4 есть. Его командир, у него Михин Т2 у него там. Закажем сонар, пускай он на Т2 у нас идет. Это все фрегаты. Охренеть. Так. Дестройер мой убил. Что у нас там по ресам? Дестройер у меня сюда идет. Так и не разведал я.
транспорт. Один транспорт сюда летит. Нужен еще транспорт. Там уже все на Т2. Упс. Да ёпкался, да.
выигрываю. Единственное, что он аир свой посылает туда. Слишком много крузеров построил. Дестройер в одиночку не тянут. Слишком мало дестройеров. А, черт. Там 5 дестройеров. Эта позиция вообще проигрывана, короче. Блин, я этот остров проигрываю. Он еще стелсом не пользуется. Может, уже пользуется. Почему у меня так много субмарин сраных? А вот и стелс. Ой-ой-ой.
черт, только не ближний бой. Хотя на самом деле, как бы, должно быть, что я должен побежать в ближнем бою, но у меня нет численного преимущества. Что можно сделать, что можно сделать, что можно сделать.
Да. Вот если бы я их все накопил побольше, то было бы норм. А то, что я вот так вот сделал, это вообще ни о чем. Просрал рванок. Чтобы Зеон сработал, играть нужно больше именно дестройеров и меньше. Мне нужно было больше дестройеров и меньше фрегатов и всякой шушеры. Ну, в общем, просрал. У него экономика раньше пошла. Я боялся, что он попытается там что-нибудь отнять остров, все такое. А он экономику пошел. Ну, сейчас будем стараться в следующем раунде победить.